Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить The Walking Dead, второй эпизод. Мы находимся на ферме Сент-Джон. И у нас тут, в принципе, приехала вся делегация, вся наша компания. Вроде как нас собираются покормить. В предыдущей серии мы встретились с какими-то бандитами, которые здесь обитают. Они крышевали эту ферму в обмен на еду. Но сейчас что-то недовольны, и они там орали, что вы нас обманули, где наша еда, мы ее сами возьмем. Все достаточно непонятно, тут довольно опасно, но тем не менее здесь все равно гораздо более безопасно, чем в отеле. Друганы, как дела, Ли? Мне жаль, что вас там чуть не убили. Надо было вам сказать, как тут опасно. Да уж. Видел, что они сделали с твоим друганом? Здесь никто не в безопасности, пока мы в ответ не пойдем. Нужно выйти на разведку и отомстить. Да уж. Да кто нахрен эти люди в лесу? Не знаем. Они долбануты и злятся, когда голодны. Готов выдвинуться и направиться к их от... Тьфу ты, елки-палки. Отправиться к их лагерю. Пойдем. Узнаем хоть кто против нас. Пойдем. Я здесь останусь. Мы просто на разведку идем. Не хотелось бы, чтобы нас убили. Ты уходишь? Да, я скоро вернусь, Клем. Пусть тебе повезет. Хорошо. Так, ну посмотрим. Что-нибудь видишь? Пока нет. Где-то здесь. Должно быть близко. Угу. Здесь. Палатки. Черт, ты нашел? Прям DayZ. Вроде тихо. Неужели никто не пасет? Так, давайте продвигаться потихоньку. Кого-нибудь видишь? Так, будь осторожен. Stay on your guard. Watch my back. Присматривай, Ли. Я проверю тент. Маленький лагерь. Это не главная база. Я тоже так думаю. Осмотрись. Здесь, возможно, вещи, которые они у нас украли. Так. Пусто. А тут у нас что, молоко? Ничего. Как ничего-то. Похоже, они здесь давно уже. Неужели что-то нашел? Что в коробках? Набирали гуманитарную помощь. Что не стоит брать? Похоже, они много сюда привезли всего. Save Lots — это, по-моему,
Не гуманитарный, это, по-моему, из этого, из типа супермаркета они наворовали коробки с продуктами. Так он называется. Здесь коробки из вашей, с вашей фирмы. Возможно, еда, которую мы им давали. Но они пересекли линию. Ну им капец, он говорит. Так, а это что? Камера? Видеокамера? Дай посмотрю. Батарейка сдохла. Ладно. Что у них еще здесь? Давай найдем что-нибудь полезное и двигаться. Похоже, тебе пушка нравится. Ты охотник? Но нас тренировала Лили. Лили, верно. Она у вас там рулит. Похоже, у вас хороший лидер. Ой, блин. Пусто. Но недавно, похоже, кто-то съел все это. Так, ну давай посмотрим, что здесь у нас в чугунке. Просто вода. Ничего. Это мне не нужно. Так, что еще тут может быть? Я вроде все, подожди. Ничего. Черт. Палатку осталось посмотреть. И что же у нас тут? Господи. Так что, у них тут дети? Скорее всего, были. Ой, не-не-не. Да, заел пластинку кого-то. Кепка? Какого черта? Не двигаться. Оружие опустил. Я не вернусь. Скажи Джолин, что я не вернусь. Эй, у нас тут... Вы не стреляете по нам, мы даем вам еду. Что произошло? У вас с ними договор. Я не они. Я тебя знаю. Я знаю, кто ты. Я знаю, что ты сделал. Ты меня не знаешь. Ты украл мои вещи. Кто вы? Слушай, здесь в лесах небезопасно. Тебе лучше вернуться в церковь. Ой, на ферму. Здесь гораздо безопаснее, чем там. Может, ты не слышал меня последний раз? Положили пушки. Думаешь, не убью тебя? Я тебе прям в глаз засажу стрелу. Прям мозги. Вы не люди, вы монстры. Все мужчины монстры. Да пошла ты. Будешь еще тут угрожать нам. Черт. Зачем ты это сделал? У нас с ними договор был. Она бы выстрелила. Ты мог ее просто вырубить. Не нужно было убивать ее. Но нужно было. Я знаю, что она безопасна, но черт. Вернее, опасна. Ой, сумасшедшая. Хороший выстрел. Прямо в мозг. Хорошо стреляешь. Ну, зачем ты это сделал? Ну все, мы возвращаемся. Если они не здесь, я не знаю, где они. Не самая лучшая идея искать их в лесу. Как они это увидят, они поймут, что мы хотели им сказать.
Арбалет нам. Пойдем. Отлично. Теперь тебя мучает совесть, да? Захотелось маленько драму в серию привнести. Лишь чтобы не был таким уж белым и пушистым. Man, that was a hell of a ride, да уж, huh? Прогулочка была. What? Что? You were a madman back there. Да ты там как бешеный себя вел. Вынес ее. Вы вернулись? Что произошло? Ли позаботился обо всем. Это не то, чего хотел Терри. Какой Терри? Мой муж. Скучаю по нему. Успокойся, принцесса. Я сам все сделаю. Опять ссорятся. С ними-то что? Не знаю. Постоянно, говорит, у вас что-то происходит. Да уж, это точно. They don't exactly see eye to eye on how we should be doing things. Well, it's probably just the whole. Возможно, просто из-за голодухи у них это все. And Lee, don't worry your head about them bandits. Не волнуйся этих бандитов. I'm sorry you've seen more violence than I'd have thought in your short time, but you all are safe. Да вы все здесь в безопасности, чтоб там ни было, не волнуйся. Думаю, я смотрюсь. Далеко не уходи. Скоро кушать будем. Спасибо твоему другу Кате. Она и дети в сарае. Она жизни спасает. Похоже, она вылечила их корова, ветеринарш. Пойдем посмотрим. Собственно, с этого момента и было решено ее грохнуть, если дадут возможность. Если она подбирается к нашему ребенку, а Клементин уже наш ребенок, причем так, что никто не замечает, то нафиг такая помеха нам не нужна. Так, что у вас там опять за терки непонятные? Что здесь? Похоже, гроза намечается, да? Так, плоскогубцы, давайте возьмем пассатижи. Просто, говорит, позаимствую на секунду и спер. Я рад, что Энди знает, как это починить, если что. Я, говорит, в этом вообще не разбираюсь. Ларри, друган мой. Что у вас тут происходит? Что произошло там? Нашли тех парней? Я пристрелил женщину. Нет, ничего не произошло. Правда? Совсем ничего? Я так и сказал. У нас будет достаточно такой противоречивый персонаж. Ради безопасности Клементин сделает все, что угодно. Давайте посмотрим, что они там с коровой сделали. О, что-то корова совсем болеет, похоже. Буренка-то смотри, какая наградная, сколько медалей у нее. It's okay, все в порядке, Клементин. Можешь ее поласкать. It's okay, go ahead. Давай, давай. Whoa. Ух ты. Катя says Mabel could have her baby tonight. Катя сказала, что, возможно, у нее будет сегодня теленок. Увидим, Клементин. А это что такое? Daddy said it's called a salt lick. Yeah, but don't lick it. It's gross. Did you lick it? Какое-то непонятное. Ты это лизал? Нет, говорит, не знаю. Salt lick это, то есть соляная лизалка, что ли. Но это для коров, видимо, какое-то. Не знаю, что это такое, к сожалению. Гусь, у тебя как дела? Have I missed anything? Я что-нибудь пропустил? No, нет? Не особо. Really. Mm, смешно здесь пахнет. Like manure. What's manure? Как манер? Что такое манер? Duty. Какашки. Kids. Дети.
Оп. Манюр, значит, какашки. Энди, ты манюр? Дэнни и я встретили женщину в лесу. Она вроде как знала твоего брата. Как корова? Когда доктор у нас появился, теперь уже получше. Когда мы можем покушать, как ты думаешь? Такой намек. Голоден, да? Не волнуйся. Мама хорошо готовит. Ух ты, обрадуйся. Спасибо. Угу. Так, Катя. А, Клементин, да, возьми свою кепку. Моя кепка, нашел. Я знал, что найдешь. Ты же сказал, что найдешь. Слушай, ты кому-нибудь давал свою кепку? Нет. Видел кого-нибудь около отеля, кто мог бы взять? Нет. А что? Да ничего. Если что-нибудь такое увидишь, скажи мне. Ладно, скажу. Эйли, как ты думаешь, у тебя когда-нибудь могли бы быть дети? Я об этом никогда не думал. Спасибо, что нашел мою кепочку. Да, пожалуйста, Клин. Хочешь корову со мной поласкать? Нет, лучше ты сама давай. Так, а доктор у нас, похоже, говорить не хочет, Катя, да? Так, что еще у нас тут есть? Кормушка и сидушка. Ничего особенного. Тут, похоже, то же самое. Этот Salt Lick. Соленая лизалка. Лакомство, похоже. Для крупного рогатого скота. Так, и ваши ящики. Что у вас в них? Продукты? Empty. Пусто. Это не радует. Так, что здесь? О, тут у вас. Looks like a bunch of old dirty clothes. Старая одежда. Ooh, smells pretty foul. Пахнет так себе. Что это за старая одежда? Чья она? Тут что? It's a feeding trough. Кормушка. Спасибо, Кэп. Куда бы мы без тебя? Так, ну и, собственно, все похоже в этом амбаре. Да. Тут у нас... Just some fence posts. Понятно. Просто доски от забора лежат. Ну и все, давайте выходить тогда. Неплохой амбарчик, в случае чего можно жить даже. Как такая женщина, как ты здесь оказалась? Да я тут нормально справляюсь. Мне парни помогают. Ничего без них бы не могла сделать. Заигрывает. Седина в бороду без в ребро. Так, это что? Ну, сено, понятно. Это может послужить укрытием от стрел, если до этого дойдет. Кстати, да. Когда уже кушать будем, хозяюшка? Так, а где у нас раненый парень? Он в доме, что ли? Так, а ты что делаешь, Дэнни? А, ну это ты. Я подумал, это тот парень наш новенький.
Вы, говорит, в этом месте живете всего с одной коровой? How do you run this place with just one cow? Used to have more. Было больше. Они тоже голодали. Или заболели. Но теперь доктор у нас есть. Вы, должно быть, много торговали за топливо для генераторов. Люди были голодны. Тебе правда нравится эта пушка? А что тут не любить? Ну да. Not much, I guess. Exactly. Вот именно. I saw a wheelbarrow over there full of garbage. Я видел там. Things happen on the dairy. Cut myself darn bad just the other day. Blood everywhere. You seem okay. I'm tough. I'm gonna go wait for supper then. It'll be a good one. Он говорит, что эти вещи старые там, которые мы нашли в сарае, это его. Он пострадал одно. В один момент. Лик говорит, ну ты же вроде в порядке. Он говорит, ну я крепкий. Хозяюшка, покорми меня. Ладно, договорим позже. Он такой дорогуша. Я бы не сказал. Don't judge, не суди, дорогой. This world is bringing out the worst in people. But if you really look, если, говорит, присмотришься, во всех хорошие увидишь. Почему ты здесь вместо того, чтобы готовить? Not to be rude, ma'am. Я не хочу быть грубым. Почему я не на кухне? Я ничего не имел такого. Да ладно, дорогуша. Там все в духовке готовится. Скоро будет готово. А у нас там проблемы были, когда мы уходили. Я просто рада, что вы не пострадали. Эти бандиты не знают, как сдаваться. Но со своими мальчиками мы сможем с ними справиться. Почему вы с ними вообще договор заключали? We got a threat of humanity left, Lee. We can do more good without them in our hair by placating them. So that's what we do. Выбора не было, поэтому они, в общем, вступили в сговор. Ну как сговор? Ой, буря намечается, похоже. Как у Марка дела? How's Mark doing in there? Best patient I ever had. Лучший пациент, который у меня был. Oh, my boys get so much as a scratch. Мои мальчики поцарапаются, начинают орать. Teach them a thing or two about being tough. Он им пока бы мог бы их поучить быть крутым. You're gonna have to trust me on this. Поверь мне, Ли. I've helped stitch my share of wounds. I know what I'm talking about. Умеет лечить. Я осмотрюсь пока. Здесь миролюбиво, верно? Наслаждайся, пока можешь. Скоро, наверное, ты увидишь этих монстров, лезущих на забор. Пока наслаждайся. Если слышите опять на заднем плане грохот, то вы знаете, что это такое. Она просто не успокоится. Попрохладнее стало? Вот она бесится. Так, что же делать, куда идти? Может, мне с Ларри поговорить? Так, а куда ты идешь? Кругом тут, говорит, бензин. Пойдемте с Ларри поговорим тогда. Что еще тут можно делать? So, Larry, it, looks like you get... Похоже, вы с Брэндли подружились. You know, for a nice change of pace, how about you try and mind in your own fucking business? Занимайся своим делом. Спасибо. Я тоже был рад с тобой поговорить. Hey. О чем вы с Кенни спорили? What were you and Kenny arguing about when I came back from the camp? He's losing it, Lee. He comes over and starts talking about searching the barn and that these people are hiding something. Он, Кенни считает, что они что-то стревают. Но ты же сказал ему, чтобы он занимался своим делом. Не нужно испытывать их гостеприимство. Нам нужно просто дождаться ужина. И не разбираться во всем этом.
У тебя вообще нет ощущения, что здесь что-то происходит? Did you get the feeling something going on here? What makes you say that? Почему ты так думаешь? What exactly happened? Что произошло в том лагере? Да ничего. Не волнуйся. Просто паранойя. I know what you mean. Я знаю, что ты имеешь в виду. If you ask me, we should just get our dinner and leave. Нужно дождаться ужина и валить. We don't want to be rude. Ну, мы же не хотим быть грубыми. Пойду проверю. Just don't get too nosy. These kinds не будь слишком уж пронырливым. Really могут обидеться. Понятно. Так, ну ладно. Куда идем? Looks like a feeding station for the cows. Кормушка для коров. Понятно. Там в сарае мы уже были, видели непонятные старые одежду. И что-то с этой одеждой они темнят. Так, куда идем? Есть ощущение вообще, что с кем-то еще нужно поговорить. Ну, давай, я не знаю. Сюда пройдем. А где вообще наша журналистка-то? А, она же осталась там, в отеле. Понятно. Из-за того, что сожрали большую часть еды. Так, с ним уже говорить не о чем. Просто ждем ужина. Ладно, пойдемте еще раз в сарай зайдем. А так вроде все в порядке. Да, ходит он, конечно, неспешно. Там у них своя цистерна с топливом. Это хорошо. Только топливо у них, похоже, кончилось. Так, ну что нам тут осталось? Так, Клементин. А где Кенни вообще, кстати говоря, я ее так и не нашел. How do you like that cow, Clint? She's pretty. Красивая корова. Надо Кенни найти. Где же у нас Кенни? Тут мы везде были. You found it too, huh? Тоже нашел, да? Ли, они что-то скрывают за этой дверью. Нужно быстро посмотреть. У них тут много вещей. Что-то металлическое, острое. Моя работа быть параноиком, Ли. У меня семья на этой ферме. А насчет тебя как? Что насчет Клем? Я защищу ее, неважно как. Я знаю. Это парень с Катей. Как его зовут? Я что-то чувствую, говорит Ли. Нужно убедиться в том, что все в порядке. Найди молоток, и мы снимем это. Подожди. Продумай. Ты сломаешь замок. А что, если ты не прав? Потеряешь шанс получить хорошее мясо для своих детей. Голову используй. Ладно, профессор, а ты что думаешь? Давай посмотрим, что здесь вообще можно сделать. Так, либо отверткой, либо пассатижами. Пассатижи у нас есть. Замок я не буду, говорит, разносить. Ты же знаешь, как подбирать замок? Нет, почему ты как так говоришь? Ну, ты же знаешь, городской. Я надеюсь, ты не то имеешь в виду, что я думаю. Господи, я из Флориды. У меня изо рта иногда всякая хрень вылетает. Извини. Что? Мы просто можем снять, а потом на место поставить, как будто ничего не было. Похоже, у тебя есть план. Я пока за парнем буду присматривать. Энди. Я думал, это Дэнни. Да не важно. Вам что-то помочь найти? Кенни слышал шум.
Kenny thought he heard a noise. He's a little jumpy, huh? Он какой-то нервный, да? We're all sure glad his wife is here. Хорошо, что его жена здесь. Она жизнь спасла. Просто не представляете, как. Делайте услугу. Хватит около этой двери шарахаться. Мама нервничает. Эндрю, мне помощь нужна. Нет проблем. Иду, док. Так, и что же у нас здесь? Сначала нам нужно найти отвертку, я так понимаю. А взять ее можно из ящика с инструментами, видимо. Но я там ее не видел. Давайте попробуем еще раз поискать. Где же она еще может быть, как не в ящике с инструментами, верно? Что-то темнят эти ребята, сразу чувствуется. Так, здесь уже нечего брать, похоже. Ладно. Печально. Что здесь? Так, зачем нам его выключать? Это не обязательно. С другой стороны, я тогда смогу выйти наружу. Письма в наши дни не приходят. По крайней мере, о налогах не надо беспокоиться. Так, где бы мне взять отвертку? Может, Денник что-то подскажет по этому поводу? Без палева так. Нет. Вот это мне, кстати, больше пугает, чем тот. Это какой-то жестокий человек, по ощущениям. Возможно, мне нужно отключить генератор и выйти наружу. Потому что других идей особо нет. Я не думаю, что мы можем плоскогубцами открутить те болты. Давайте попробуем. Как бы это потом не сказалось. А, понятно, мы его таким образом отвлекли. Кусок дерьма. Всегда вырубается. Так, и что это нам дает? Блин, ну я даже не знаю. Тут все, больше ничего нет. Нужно, чтобы Кейн, похоже, отвлек его. А мы тем временем попытаемся открыть замок, но я не знаю, как я его открою. У меня отвертки-то нет. Неужто плоскогубцами получится? Да нет, навряд ли. Блин, где мне взять плоскогубцы? Подожди, может внутри там? Там же были отсеки, в которых лежали вещи. Может среди них лежит и... что-то для нас полезное. Давайте вот сюда заглянем. Здесь у нас ничего, по-моему. Да, ничего. У нас, по-моему, что-то хорошее лежало только в самом последнем отсеке по этой стороне. Так, ну-ка покажись. Я, честно говоря, ничего не вижу. Старая грязная одежда. Пахнет отвратительно. Так, Кенни, дай подсказку, я уже не знаю. Я нашел мультиинструмент. А, вот он, видимо, мультиинструмент, его можно как-то сложить. То есть, эта отвертка как-то складывается?
И у нее там вылезает этот. Так, как мне отвлечь Энди? Any thoughts on how to distract Andy? I don't know, man. Just look for something outside of the barn. We need him out of here. Нужно, чтобы он вышел отсюда. Вымани его как-нибудь. Hey there, Andy. Эй, Энди. Yeah. Да. Где ты хранишь свои инструменты? So, where do you keep the rest of the tools? Если что-то, скажи мне, что я тебя достану. Да ничего особо важного. Так, я не буду говорить, что Дэнни что-то хотел от тебя, и не буду спрашивать, зачем ты закрыл эту дверь. Все равно не ответит. Ладненько. Так. Клем, может, у тебя что есть? Корова нравится? Да, красивая. Гусь, может, у тебя есть что-то? Весело вам тут? Ага. Хорошо. Так, что же мне делать? Having a crop like that on hand must be great. We're gonna need to learn how to maintain it if we end up staying here. Круто, говорит, иметь под рукой такой сад. Looks like a feeding station for the cow. Кормушка для коров. Давайте еще раз попробуем с генератором помутить. Только я не думаю, что у нас что-то получится. Кошка, хватит беситься, блин, а? Твою дивизию, ты посмотри, что творит. Так, ну... Может, тебе как-то можно сломать? Я не знаю. Ага. Совсем незаметно. Вот так. Черт. Слишком быстро двигается. Черт. Быстро двигается. Looks like that Bellstrom in the whatchamacallit. Короче, он не разбирается в этом вообще. Так, ну-ка. Так, это нам поможет. Оп. Совсем без палева оставил открытую. Так где он нашел этот кусок дерьма? Черт. Это займет вечность. Отлично. Так значит, у нас есть все-таки на этой отвертке. Ой, на этих пассатижах отвертка. Так, пока ты там возишься, пока у тебя скинул ремень, давайте-ка быстренько мы сюда. Совершенно не палясь. Там мамаша сидела на крыльце, этот сынок сидел с винтовкой, но никто не заметил. Так, Кенни, помогай, помогай Кенни. Не хочет. Значит, все в одиночку будем делать. Что произошло? Еда готова, что ли? Время кушать. Okay, honey, let's get back. Ладно. Папу позови. Dad, dad, пап, пойдем. On, let's eat. Пожрем. Kenny, come along, honey. Kenny, come Kenny on. Пойдем. Не оставляй детей ждать. Сними эту штуку. Я за тебя извинюсь. Так, давай быстрее. Давай, 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 давай. Да, на самом деле, мультитул. Быстрее, пока, блин, этот не пришел. Амбал. Он что, их на пол, что ли, сбрасывает? А как ты их искать будешь в сене? Ребята... Didn't
Ты что, не слышал звоночка? Время кушать. Почему здесь так много крови? Слушай, у нас еда там. Но нам приходится много охотиться. Поймали кого-нибудь, разделали. Мама не любит, когда в доме бардак. Волноваться не о чем. А уж не людей ли вы там жрете? Чё-то это все подозрительно. Бисквиты, ух ты! Простите, нам пришлось заблокировать заднюю дверь. Don't worry. That was a while ago and ain't been back inside since. Everybody sit down. Все садитесь, а я принесу мясо. Вот покушаем. Я лошадь могу съесть. Где Марк? Не волнуйся насчет него. Я еду принесла. Дай ему отдохнуть. Не против, если я помою руки? Ванная там. Помойся, говорит, хорошо. Так. Подожди. Чё-то это всё как-то не очень... Не очень хорошо. Они что, правда харчат людей? Или мне кажется? Опа! Это кровь? А может это из этого вытекло? Так, разные книги, ничего необычного. Где Марк? Брэнда сказал, что он тут наверху отдыхает. Опа-па, а мы сейчас не Марк или харчить будем? Так, медикаменты. А это что такое? Looks like a bunch of medical waste in here. Похоже, медицинские отходы. Зачем им это? Зачем морфина столько? Свечи. Умно. Куда этот провод идет? Какого черта? Так, что-то это неспроста. Дверь-то закрыть надо было, что ж ты палишься? Ну-ка, подвиньте-ка. Это свет оттуда включается, понятно. Да уж. Жутковатое место. Твою налево. Офигеть. Ли. Марк, какого черта произошло? Братья. Что с твоими ногами? Не ешь. Ужин. О, людоеды. Ли, ты там пропал? Обед на столе. Барбекю, ух ты. Клементин. Прежде чем Клементин поест, нужно успеть. Не ешь это. Ли, ты что-то нашел?
Да присядь ты уже. Леди тебе сделала мясо. Да, Ли, что на тебя нашло? Вы едите человеческое мясо. Да это безумие. Это смешно. Ты пугаешь детей, Ли. Ли, что с тобой? С ним все время что-то не так. Поднимитесь наверх и посмотрите. Найдете парня, у которого ноги отрублены. Это не ранчо, подумай об этом. Это правда. Все могло быть так хорошо. Он бы все равно умер. А мы думаем, как выжить. Успокойся, милый. Мы ничего не теряем. Так я была выращена. Вокруг монстры ходят. Ничего, кроме едят люди. И ради чего? Чтобы еще жрать. Нас больше. Ли, это не очень мило. Энди прав. Он бы все равно умер, так или иначе. Как и все вы. Клементин, беги. А, Лили, хватай нож. Никто никуда не идет. We got lots of use for y'all right here. Вы нам еще пригодитесь все. Какого хера? Пушки опустите, мы уходим. Все будет в порядке. Ну да. Твою мать. Ты козел. Положение. Пожалуйста, кто-нибудь. Лимит. Замечательно. Офигеть. Откройте дверь. Вы не можете нас здесь держать. Я вас на части порву. Нужно найти путь отсюда. Вы долбаные больные ублюдки. Открой дверь, мать твою. Я ее высажу. Они пытались заставить нас есть человек, но ты это не сделал. Нет. А другие сделали. Сейчас не время, папа. Ты в порядке, Клементин? Они тебя не повредили? Открывай! Ли, у них моя семья, а мы здесь застряли. Нужно убираться отсюда. Этот пыльцесос нас сюда захватил. Вернее, привел. Мне страшно. Не бойся, все будет в порядке. Я найду путь отсюда. Так, ну и на этом мы прекратим эту серию. Вот те поворот, да, ребята? Офигеть просто. А как бы там ни было, продолжение всего этого, и как наша компания выберется из этого всего, мы увидим в следующей серии. Я уже начинаю заговариваться, но скоро это все закончится. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.